HDM Global уже отметилась скоростью выхода обновлений для системы на свои телефоны, чем однозначно порадовала пользователей. Однако компания стремится также к стабильности. С учетом этого была запущена программа бета-теста. Такое решение дает возможность участникам первым опробовать работу новых предрелизных сборок Android Oreo на смартфонах Nokia. Сейчас тестирование открыто только для Nokia 8, но компания обещает, что в ближайшее время к списку подключится также Nokia 3, 5 и 6. Чтобы участвовать в тесте, нужно зарегистрироваться на специальном сайте, провести регистрацию своего устройства и уже после этого обновиться. Стоит учесть, что иногда устройство получает уведомление об апдейте не сразу, может пройти до 12 часов. Делиться особенностями работы новых прошивок можно будет через специальное приложение или в сообществе пользователей. Если же по какой-то причине вы не хотите продолжать тестирование, предварительно нужно будет запросить откат по воздуху.